День добрый, дорогие друзья. Это видео будет о алчности. Единственная змея, которую невозможно победить, это алчность. Давайте будем честны по отношению друг к другу, к нашему обществу и ко всем людям, которые проживают на планете Земля. Человеку постоянно чего-то не хватает. Самые основные вещи, чего не хватает человеку, это, наверное, контроля над алчностью. Человеку всегда все мало. Сначала он живет в доме родителей. Потом он покупает себе однокомнатную квартиру. И, как ни странно, этого мало. Живет вдвоем с супругой. Рождается ребенок, и, соответственно, нужна двухкомнатная квартира, потом трехкомнатная, но следующего ребенка нету, потом четырехкомнатная. Ребенок растет и развивается, родители упорно работают, и вот они уже живут в коттедже, в двух уровнях, 200 квадратов. Втроем. Папа, мама и сын. И этого становится мало. Надо купить автомобиль. Покупает автомобиль седан. В связи с тем, что очень много денег ушло на коттедж. Ездить на седане. И этого становится мало. Покупает автомобиль джип. И этого тоже мало. Алчность. Вот что руководит человеком. Покупает автомобиль жене. Сначала седан. И так в итоге. Коттедж. Джип. Седан. В этом коттедже живет папа, мама и сын. Этого становится мало. Покупает джип жене. Папа. Покупает маме машину. В итоге два автомобиля джип. Родители, конечно, комфортно ездят на работу, потому что они очень много трудятся. И в этом их никто не обвинит. Они делают правильно. Но этого тоже становится мало. Ребенок растет и развивается. И так можно идти до бесконечности. Я не против коттеджев, не против джипов. Я против алчности. Алчность – это такая змея, которую трудно победить. Ну, практически невозможно. Это взято из фильма «Револьвер». Отдельный отрывок, который вы сейчас слышите. Но в другой интерпретации. Но суть от этого не меняется. Можно скрывать эту проблему, можно замалчивать. Но подчас алчность руководит людьми. И мною в том числе. Каждый на своем уровне. Дорогие друзья, в конце каждого видео я желаю всем крепкого сибирского здоровья, кавказского долголетия. И я думаю, что если человек будет развиваться динамично, он сможет победить алчность. Кто согласен или не согласен с этим видео, пишите лайки, пишите комментарии, ставьте лайки. На комментарии с удовольствием отвечу. Всего вам доброго, дорогие друзья.